В Алматинской области в этом году от прививок отказались 180 человек. О необходимости вакцинации для сомневающихся рассказали на специальных лекциях. Сегодня в стране делают прививки против 21 социально опасного заболевания. Неделя иммунизации проводится каждый год по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Наша страна к этой значимой миссии подключилась в 2005 году. Мероприятия все расписаны по дням недели, то есть один день для новорожденных, второй день, допустим, для подростков, третий день для взрослых. Нам хотелось бы, чтобы у населения было доверительное отношение к медицинским работникам.